Безмолвное, шестое возвращение. Поехали. Я на безмолвное люблю веселиться. Эй, детка! Обыденность! Сожаление! Я ни о чем не жалею. Я ничего не боюсь. О, у нас есть кунай, тельбзмека и курительница. Так что... Я не вижу, где у нас могут возникнуть проблемы. Три проклятия, говоришь? Да нет, три проклятия, немного. На дефекте кунай и сюрикен выпадают, да, легко. Ауч! Спасибо, курительница. Спасибо, дорогая. Ой, какой молодец ты. Спасла нас. Мы умрем примерно на втором, на третьем бою, что-нибудь такое. Это просто трэш. Ну, я должен был, да? Ну, кем бы я был, если бы я не взял это? Кунай, череп змека, курительница. Ну, череп змека мне говорит, что надо делать колоду на... На яд. А кунай говорит за точки. Ну, начнем мы с того, что мы, наверное, сожаление уберем, да? Ну и у нас есть кунай, поэтому вечная агония, конечно, мега хороша была бы. Золото дайте мне, пожалуйста, еще лучше. Спасибо большое. Йо, Айн, спасибо большое за донат. Алярм, ты не сказал пред всем, это варлок играет в сплей. Все нахер в трубу. Да, не сказал, действительно. Ты прав, я забыл. Ну что, уже стало немного получше колода. Реально. Теперь немного яда. Я забыл русский язык, аж с перепугу. Отравленный нож, в принципе, идеально. Проклятия нам больше не нужны. Спасибо. Благодарю вас. У нас уже есть три бесплатные атаки. Это почти всегда будет давать нам ловкость. Слушай, ну огненная элитка вообще капец как неудобно. Огненная бы с нее... О господи, да на трех элиток надо идти. Мне нужно 10 зелий, пожалуйста, выдайте. Мистер культист. Но нам нельзя на тех элиток идти, правильно? Почему игра считает, что надо делать билд на яд? Три релика работают на билд на яд. Билд на ядовитые заточки. Знаешь, билд на ядовитые заточки, по моему опыту, не очень хорош. Возможно, я ошибаюсь. Мне что-то он как-то... Именно вот ядовитые заточки никогда не нравились. Мы умрем. Или не умрем. Если мы выживем, мы будем в шоколаде. Я думаю, нам надо идти полным ходом. Просто рисковать по максимуму здесь. Либо мы их, либо они нас. Правильно? То есть... Да, у нас может быть куча проблем. С другой стороны, награда соответственно. Плюс у нас есть курительница, да? И банку на ловкость. Но знаешь, что мне нужно? Еще одна банка на ловкость. После этого боя, пожалуйста, выдайте мне еще одну банку на ловкость. Тогда я буду более-менее уверен в своих силах.
Пожалуйста, игра. Давай банку на ловкость. Давно я у тебя ничего не просил. Да? Ты со мной согласна? Как думаете, согласится или нет? Я сомневаюсь, что-то. Йо, Маскаркад, здорово. Курительница сейчас тащит. Она нас несколько раз спасла. Ну и ловкость тоже тащит. Эта элитка не проблема вообще. Гремлин, вот там да, там уже проблемы неизбежны. Фак. Мне кажется, я не могу сейчас шипы брать, пацаны. Мы умрем. На следующей элитке, если я возьму шипы. Благоволен. Че, пошла жара? Или его отравить надо сначала? Или надо посчитать, чтобы курительница активировалась. Если я его сейчас бужу, следующий ход будет курительница 5, 4, потом 5, потом 6. То есть, если я его на этот ход разбужу, то курительница сработает в пустоту. Да, вот сейчас надо его будить, тогда курительница нормально зайдет. Она сделает нас бессмертными на следующий ход, да. Атаки. Атаки не блоки, собака. Козел. Ну окей, это, кстати, более-менее. Хорошо, зашли. Риск оправдался. Защиты немного. Ну что, может еще на элитку? Там будет гремлин. Вот там мы умрем. Нахрен. Знаешь, где-то надо проводить лимиты. То есть, в какой-то момент надо остановиться и подумать над своим поведением. Нет, следующая элитка — это безумие. Чуваки, это будет гремлин. Гремлин нас убьет. Вот гремлина я не верю, что мы можем убить. В всяком случае, без какой-нибудь зельки на силу или чего-нибудь такого. Или убьем мы его. Мы теряем костер. Мы теряем костер. Не-не-не-не. Нормально. Мы и так повеселились жестко, как для первого этажа. Очень редко я так веселюсь, и, по-моему, было классно. Теперь пора немного, ну, остановиться и подумать, что мы от этой жизни хотим-то. Там будет сюрикен? Да, обязательно. Конечно. Как же там может не быть-то сюрикена? А спантограф, кстати, есть. Хиляться не нужно. С пантографом, может быть, да. Есть смысл. Катализатор, отлично. Просто чудесно, волшебно. Че сразу вечный огонь это не юзать? Хочу и юзаю. Вечная агония — хорошая штука. Зря вы волнуетесь, ребят. Все будет хорошо. Мы можем, в принципе, дать катализатор сразу. Да, но мы никогда больше яда не настакаем, чем так. Нормально. Йо, Маскаркад, спасибо за донат. И за пожелание удачного забега тоже спасибо. Приятного просмотра тебе. Погибель качать? Думаешь? Да погибель нормально. Ну хотя да, там урона неплохо добавляется. Может быть и стоит. Сюрикен бы. Эх, не послушал я вас. Не будет у меня теперь сюрикена.
Хороший бой, хорошая колода, я доволен. Зелье отравления рулит. Прилив сил с катализатором мега крут. Просто огонь. Мне надо брать энергию. Я очень не люблю Содзу. Я бы предпочел. Могли бы брать удар. Удар паразит. Альтернативно. Нужна ли нам энергия? Вот так, чтобы здесь серьезно смотреть на вопрос. Настолько ли она нужна, чтобы зельки до конца игры другие не получать? Или я хочу паразит удар убрать. Да, потому что у нас есть атаки, которые намного лучше ударов сейчас. Хотя энергия дает нам кунай. Ты знаешь, нет, я все-таки беру энергию. Энергия это надежней. Мы в магазин пойдем, там будем убирать все. Да, кошка? Да, ты моя хорошая. О, пришла. Басечка, ты моя киса. Дочь моя полосатая. Почему у вашей дочки такие усики? Сейчас она придет, я вам продемонстрирую. Поверьте, она здесь есть, я не сошел с ума. Окей. Вот, вот она пришла. На ручки. Ну, на ручки. Ну, все, Бася, я тебя из-под стола вытаскивать не буду. Паразит отнимает хп. Да, конечно, отнимает, только лучше минус 3 хп, чем паразит в колоде. Капец этаж, вы его тоже видите? Нас заставляют драться с элитками. Нихера, мы можем сюда пойти вот так. Потому что я все еще не уверен насчет элиток в этой колоде. Дойдем до магазина, там решим. И хорошо, что мы взяли энергию. Это просто волшебно. Нам мало банку кинуть, наверное, да? Может, банка в другой раз пригодится. Ты чё, пёс? Ну и хрена ли вот про это сказать можно? На, пошёл нахрен. Я знаю, что я последнюю банку потратил, но... Что теперь? Вау. Молитвенный барабан. Это же барабан, который молитвенный. Мы могли бы преобразовать два удара, наверное. Особая реликвия мне не очень интересна. Да, два удара преобразовать, поискать что-то другое. Йоу, хворь и адреналин намного круче, чем удары. Например, вот этих товарищей просто контрит в ноль. Хороший ход. Знаешь, что мне еще нужно? Веер. Вот веер и вообще красота будет. Или журавль. Я у Маскаркад. Поздравь меня, я собрал пока. Поздравляю, чувак. Как комп новый? Хороший? Работает? Опять же, я предпочту для яда отравленный нож, а не смертельный яд. Выбить дух, наверное, для защиты. Окей, грация почти 100% нужна. Без вариантов. Все остальное подождет. Грация. Ну, просто да, центральная часть колоды, по большому счету, будет. Мы все равно будем от защиты играть, по большому счету. Безмолвная, я не знаю, может ли она играть от атаки, как лотоносец. Вряд ли. Пошли нахрен. Козлы все. Две обороны проапгрейджены. Не очень хорошо. А, вот и момент наконец настал для того, чтобы использовать баночку. Хорошо, что я ее сохранил. Нет заточек. Нет у нас заточек.
Я решил не получить урона здесь, чем сыграть ловкость. Возможно, это была ошибка. Бой вряд ли закончится очень быстро, поэтому ловкость может зарешать. Я идиот. Полный. Да. Идиот, это я. Ой, Басечка, ты пришла и микрофон подвинула. Смотри, Бась, что творится. Ты видишь этот беспредел? Этот культист весь страх потерял совсем. У него просто не осталось страха у культиста. Понимаешь меня? Понимаешь русский язык? Не понимает. Я вам гарантирую, что она не понимает русского языка. Да, Бась. Да, согласен. Все херня, да, да. Я не пойду на элитку. Я все еще думаю, что мы не затащим. Шансы практически нулевые затащить. Я бы хотел, поверьте мне. Но не судьба. Я взял заточки, чат, все будет нормально. Ну, дочь моя, ну что ты творишь? Господи, какие у тебя острые когти, ты не представляешь. Мало заточек, конечно, мало заточек. Где я их выкопаю-то? Че вам, ферму по производству заточек туда открою, что ли? Да? Неправильно сыграл. Надо было оборону еще играть. 4 урона нам вообще не интересно получать. Никак. Йоу, Маскаркат, спасибо за донат. Как тебе идея использовать телевизор вместо монитора? Насколько я знаю, это плохая идея, потому что этот... У телевизора большая задержка будет, то есть... Смотреть можно, а играть, насколько я знаю, будет тяжело. Но, во всяком случае, в игры, где реакция нужна. Или что-нибудь такое. Скорость там реакции. Будет проблематично. Раньше брал яд, а не отравленный нож. Ну да, раньше у меня не было этого кунай. Кунай, я думаю, что отравленный нож лучше яда. Возможно, я ошибаюсь, конечно, но... Что-то мне кажется, что как-то... надо было оборону сыграть. Один урона получил. Хворь! Я не знаю, нахер я его играл. На Центуриона, если он мертв на следующий ход, ну... Мало ли что. Ну вот, потихоньку билд становится на что-то похож. У нас появляются заточки, у нас есть немного яда, но все равно билд смешанный, что не очень хорошо, но как минимум он работает. Кронциркуль бы сюда. Было бы чудесно. Я видел шипы, я знаю. Но колода большая, кстати, очень. Нужно нам здесь лечиться. У нас пантограф даст 25 хп. Это будет 57, 67, там 70 с копейками. Да, без банок, наверное, надо лечиться.
Окей. Ну, ужас пойдет на этого, на главного товарища. И мы не будем пытаться его убить. У нас, по-моему, нет для этого урона. Нам нужно играть долгую игру. Потому что для этого у нас есть блоки, у нас есть защита, та же грация. И постепенно мы увеличиваем ловкость. Я у Маскаркат. Спасибо за донат. Последнее, я не могу пройти первый этаж в Enter the Gungeon. О, это абсолютно нормально. Даже не волнуйся по этому поводу, это норма. Потому что Enter the Gungeon сложная игра. Че, тут ничего не скажешь. Это действительно сложная игра. Поэтому, ну, тут просто пробуй снова и снова и снова, и у тебя получится. Я думаю, что не зря мы хильнулись, да. Вот что я опасался, что-то типа того. Хотя... ...38. По-моему, можно было, да, без лечения все-таки. Одиннадцать ловкости, пацаны. Все нормально. Все в полном порядке. Но мы здесь выиграем. С чем я здесь сижусь, неделю не смогу ничего смотреть. Не, ну... Лучше всегда в онлайн смотреть. Ты можешь написать что-нибудь в чат, а я прочитаю, видишь. Йоу, Дон Змеетрон, Дон... Сипкон? Цайпкон? Цайпкон? Спасибо тебе за донат. Сердечком, спасибо. И снова туда, читай чат почаще, ведь там будут мои каламбуры. Положил денег себе, будут еще донаты. Всем хороших мемов. Как же Варлок хорошо играет, просто игра подтасовывает карты, и он проигрывает. Ну вы поняли. Ты абсолютно прав, наконец-то меня кто-то понимает. А то я говорю, что игра нечестная, а никто не верит. Абсолютно никто. Вот, наконец, спасибо тебе, Дон Змеетрон, что веришь в меня. Большущее спасибо. И спасибо за донат. Окей, мы сделали облик призрака, грацию, план победы вместо трех ударов. Окей, все. Моя любимая Бася, моя лампа. Разрушаю ее. Любимая Бася, она любимая Бася, но она разрушает мой стол, поэтому пойдет погуляет. Так, практически идеально, да. Ну, я бы, может, хотел чуть побольше заточек. Хотя облик призрака крут, мега крут. Так. Нам нужно убить элитку. Пошли. Дело в том, что колода, ну как у меня часто и получается с колодами, требует времени для разгона. Это не та колода, которая берет и начинает сразу дамажить. Или там что-то такое делать. Не-не-не-не-не. Эта колода разгоняется, пока мы в таланты сыграем, пока ловкость наберем. И тогда вот что-то начинает происходить интересное. Для того, чтобы это произошло, что-то интересное, нужно время.
А время есть не всегда. И на сердце это как бы будет главная проблема. Но я не знаю, можно ли даже за безмолвную сделать какую-то такую колоду, которая будет у тебя прям со старту, без лишних телодвижений, быть бомбовой. Я сомневаюсь. Ты бьешь на 14, тебе хворь. Взрыва трупа, кстати, не хватает. Вот что не хватает. Кто у нас босс? Птица. Очень плохо. Птица не есть хорошо. И что мы будем на птице делать? Сдаваться? Ну, ловкость, сыгранная на птице, норм. Все остальное сыгранное. Колода, кстати, очень большая. Что я хочу преобразовать, если я что-то хочу преобразовать? Паразита. Резкий замах, наверное, попробовать его заточить во что-то более подходящее под билд. Что-нибудь с заточками поискать, потому что... Ну, коленом в лицо, типа. Зеркало, копировать катализатор. Или облик призрака. Мясо. Может спасти. Таймлорд был бы хуже? Не-не-не-не-не-не-не. Таймлорд не был бы хуже. Я думаю, нам нужно зеркало-катализатор, иначе у нас не будет способа убийства сердца. Нам... Мы очень долго будем ставить... Да как мне этот ивент, дурак? Прям вообще... Ну, мы хильнулись. Вау. Вот пару таких ходов на сердце, и мы мертвы. Когда мы не разгоняем ловкость. Едкие испарения не нужны. Очень медленно. Прям просто медленнейшая будет колода. Йоу, Дон Змейтрон, спасибо тебе за донат с сердечком. Решил еще отправить, хорошему стримеру не жалко. Спасибо. А кто скажет, что Варлоку повезло в выигрыше, тот лалка. Кстати, мужик купил шляпу, она ему как раз, ну вы поняли. А? Птица сосат, Варлок рулит. Думаю стать постоянным зрителем на канале, а то актива нету. Йоу, Дон Дмитрон, спасибо тебе большущее и за донат, и за то, что ты смотришь. И вообще, спасибо огромное. Да. Ай, беда. Или не беда. Или если я сделаю ему катализатор, да, две вечные агонии, он же умрет. Да. Никакой беды. Да, в принципе, один из ловкостей, я не знаю, что я вообще боюсь теперь-то. Нет массовых атак, кстати, вот.
чувствуется отсутствие атак по типу массовые. Вообще чувствуется капец как. А, ты мертв, ты не мертв. А, господи. Колода слишком большая. Поэтому я не перестану добавлять в нее карт. Ну. Окей, голова, наверное, самая лучшая для нас элитка. Я думаю, что вряд ли мы могли лучше найти. По идее, мы ее должны контрить. По идее. Теоретически. Второй катализатор, пожалуйста. Спасибо. Да, мы ее убьем. Никаких проблем. Плюс мы сейчас вытаскиваем облик, поэтому оно даже и не пробьет нас. Вот сейчас мы вытаскиваем облик, и она нас не пробьет. До свидания. Хороший бой, хорошая элитка, никаких проблем. Знаешь что? Копай. В смысле, вспоминай. Ну, вы меня поняли. А, пожалуйста, нет. Спасибо. Ничего интересного. Что нам еще проапгрейдить такого за точки? И в принципе, да, мы уже почти дошли до босса. Неизвестно, будет ли у нас шанс что-то купить в магазине перед, собственно, сердцем. Восемьдесят один. Ну, нам нужно хорошее золото после этих боев получить. А каким образом, я не знаю. Йо, Дон Змейтрон, спасибо за донат. С сердечком. Пошли, это типа шутка над шутками. Окей? Так всегда приятно поддержать хороших стримеров. Тут люди спрашивают, что там по Айзеку Enter the Gungeon. Спрашивают, где Тарков купил. Не благодарите чатик. Всех люблю, обнимаю. А дальше я не буду твое сообщение читать. Этот. Так, чего ты спрашиваешь-то? Isaac Enter the Gungeon? Ну, Isaac, когда выйдет обнова, Gungeon, не знаю, чуваки. Пока в планах нету. Где Тарков купил? Мне Паш подарил. То есть, я Тарков не покупал. Паш мне сделал очень щедрый подарок. Спасибо ему большое. Что-то я тут неправильно немножко сыграл. Да, абсолютно неправильно. Этот. Вот. Спасибо тебе еще раз за донат. А если бы не курительница, ой-ой-ой, в каких бы мы были проблемах. Я бы сказал, наверное, в больших. Знаешь, что нам критично в эту колоду получить?
Меткость можно, это раз, для урона. Но еще лучше этот... Короче, карта, которая один защиты дает каждый раз, когда ты карту разыгрываешь. Знаешь, у нас вроде колода слишком большая. Надо... Все. Карты в нее больше не добавляются. Хорош. Прекращай это дело. Смотрел твое... С твоего первого видео по Айзеку. Ну, рад, что так, с такого вырастает успех. Так как по-твоему? Ну, конечно, все начинают с нуля. И очень плохо. Очень мало людей, которые вот раз такие и стали с профессионалами, там, умеют разговаривать на камеру или что-то. Посмотрите мое первое видео. Я ничего там не умею. Просто ужасное. Так что... Едки играли бы с черепом по гибелью катализатором. Я не думаю, что едкие испарения будут нашим рецептом победы. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Так, нам не нужно этих убивать, они взорвутся в пустоту. Я туплю. Чтобы едки реально настакали на сердце достаточно яда, сколько? Ходов 10 нужно? Это же просто, ну, unreal. Ты столько ходов на сердце не проживешь. Что нам действительно желательно бы? Это кронциркуль, но... Знаешь. Почему сразу не попросить просто автопобеду? Правильно? А, погибель. Окей, в этой колоде очень много карт. Я бы, может быть, даже сказал бы, слишком много карт. А прилив сил кто будет играть? Все? Бой закончен? Вопрос. Лечиться ли мне перед боссом или нет? Это птичка. А птичка будет с проблемами у нас. Слушай, не стоит рисковать. Да, пантограф есть. Да, даже пантограф мы перелечились, но... Йоу, Дон Змейтрон, спасибо за донат, сердечко. Надеюсь, что развеселил. Ну и Змея Колд. Я люблю Змеяка, или как его там. Вообще, я в тебя верю. Тащи давай устройство сердцу, инсульт и разрыв тромб. Короче, убивай всех и вся, чатик поактивнее давай. Спасибо тебе большое за донат, да. Я постараюсь выиграть, у меня в планах есть, скажем так. Я думаю, делать для меня катализатор на пробужденного сейчас, наверное, нет. Наверное, первое, что ты хочешь, это настакать все-таки ловкость. И не получать урона.
важнее, мне кажется, для этого, для этой колоды, для этого билда. В частности, конкретно ловкость будет очень важна. Ну вот да, примерно, чтобы так делать. Мы могли бы хворь на него кинуть. На минус 3. Прямо сейчас. Да. Оно того стоит. Он восстановить этот не сможет. Наверное, лучший ход. Да, и лечиться здесь не нужно было. Мы порвем его. Я опять недооцениваю колоду. И недооцениваю силу колоды. Тих, 72 блока с двух карт. Я еще что-то боялся. Знаешь что? Давай. А то мы так тут будем вечно сидеть. Катализаторы у нас одни из немногих методов нанесения большого количества урона. Окей. Мы в шоколаде. И не забывать надо про прилив сил катализатор, потому что я что-то его игнорю много. А это крутейшая вещь. Если мы вот так вот с 20 даже яда сыграем прилив сил катализатор несколько раз, то в принципе сердце реально будет убить за 3-4 хода. Да, лечиться тут не надо было, надо было апгрейдить. Ну ладно. Зато у нас для сердца есть пантограф. И, кстати, стражи для нас. Я думаю, что стражи будут сложнее сердца. Я серьезно. Я не прикалываюсь. А-а-а, веер! Нет. Ну, пошла жара. Грация, прилив сил, план побега. Хоп, хоп, и ноль блока. Пошла ты игра, просто вот реально. Fuck you. Я не хочу даже говорить об этом. Это смешно. Ну, катализатор. Катализатор, я сказал. Козлы не дают катализатор. Мы будем убивать копье первым. На нем уже яд настакан, как бы. Вариантов немного.
Йоу, Дон Змитрон, спасибо за донат. Вот еще, потанцуй, песенка нормальная. Раньше я играл в Slay the Spire, но потом мне прострелили монитор. Теперь работаю на шахте 25 часов в день, чтобы купить новый. Хороший монитор, наверное, хочешь. Посмотрел около 30 твоих серий по Slay the Spire, теперь стал играть еще хуже. Ну, знаешь чего, я не несу ответственность за причиненный за ущерб, причиненный моими сериями. Я тут ни при чем, чтобы вы знали. Врубить облик, да? Мы должны добить их, пока облик действует. Да, нет. Нахрена? Вот сейчас будет катализатор. Да, наверное, облик можно пока не врубать. Оно может немножко жадность. Но копье мы убиваем катализатором. Все, копье мертво. И остается щит, который, в принципе, опаснее копья. Его надо первым убивать, но... Мы уже набрали блока. Уже все. Он уже ничего не может нам сделать. Хороший бой. Я очень доволен. Вот так же и на сердце бы стартануть. О, я был бы счастлив. Катализатор в студию. Вау. Мы получим 2 урона. Ожоги. Окей, все. Фу, экземпляр. Вовремя. Очень вовремя, прямо вообще. Ладно, как мы это сделаем? Ну, стакаем. Да, мы будем получать урон, но нам тупо надо стакать ловкость. Нужно еще 2 атаки сыграть. А вот уйма клинков, не знаю, нужна или нет на сердце. Наверное, нужна. Ну давай. Блоки. Yes. Блок. Есть. Не совсем столько блоков, сколько я хотел. Ну, курительнице спасибо. Время ли катализатора пробило? Пробил ли его час? Не знаю. Есть смысл? Или надо ждать? Я думаю, надо ждать с катализатором. Еще минус 30 хп. Что там у нас курительница? Скоро. Очень скоро. Mm,
Курительница, ты не хотела сработать тут никак? У тебя желания не возникло, да? Ну да, не возникло. Оно бьет на 60. Ну, либо мы сейчас облик вытаскиваем, либо не вытаскиваем. Что я могу сказать? Молодец! Донзметрон, спасибо за донат. Надеюсь, помог морально. Физически не могу, я не такой, как. А, вот и истинный бой. Тащи на мини варлок. Вера в тебя высока. Чувак, да я с радостью. Ну, больно, да, но мы сейчас включаем призрака. Либо мы можем выжить без призрака. Можем ли мы выжить без призрака? Потому что если мы можем без призрака, то зачем его включать? Потому что потом нахер шансов не будет других. Включай призрака. У нас есть три хода. Курительница с призраком, кстати, стакается. Окей, у нас есть два катализатора. Надо делать. Когда мы еще доберемся до них? Раз катализатор, два катализатора. 121 яда. Сейчас курительница придет. Отлично. И следующий ход будет опасный, потому что тут, ну, курительница не так помогает. Мы можем оглушающий крик сделать. Не знаю, оно сработает вообще или нет. Не имеет смысла, о чем ты говоришь. По-моему, мы выиграли. Да, по-моему, мы его сделали. Да, 100%. Все, больше ничего играть не надо. До свидания. Какая хорошая колода. Какой хороший забег. Какая чудная победа. Ой, спина. Стражи не всегда сложнее сердца. Play of the game. Слушай, хорошая. Нет, очень хорошая колода. Спасибо большое игре. Реально, колода фановая. Я думаю, знаешь, что немаловажно оказалось? То, что мы на первом этаже рискнули на элитках. Это показатель.